Это вторая часть многосерийного выпуска про трапперы. Первый вы можете найти по ссылке в описании. Этот нож от компании Case Brothers, дочерней компании Case. Ручка из целлулоида. Выглядит как наборная, то есть родная моему взгляду. Называется Candy Stripes. Конфетные полосы. Ограниченный в 500 штук тираж. Шильдик Case. Два клинка и, в общем, главное отличие в материале рукоятки. Но он мне нравится, хотя многие и боятся какого-то газа, который выделяет этот целлулоид при хранении. Но я думаю, это актуально для тех мест, где хранятся большие объемы этого пластика. Этот с ручкой из рога. Не устану говорить, что я люблю этот материал на ручках. Причем не только я. Очень приятный нож и красивый рог на обеих накладках. Шильдик. Больстеры из Низильбера. Кстати, рог по дороговизне стоит почти в самом верху, выше только слоновья кости, с которой очень тяжело срезать накладки, перламутр и другие экзотические материалы, как полудрагоценные камни или кораллы. Это не так давно выпущенный траппер. Тут невысокая коллекционная ценность. Мне нравится цвет рукоятки. И шильдик в виде гильзы с двумя иксами. Лайнеры практически во всех трапперах латунные. Два клинка из 420-й высокоуглеродистой стали, как и у остальных ножей из этого обзора. Такой вот простой красивый нож. Этот траппер уже не траппер, это другая модель на основе траппера. Называется Трапперлок. Номер модели 54L, что говорит нам, что это 54-й траппер с лайнерлоком. Кость цвета орех. Шильдик. Также имеется шпынек для однорукого открывания. На нем узор. Клинок, кстати, имеет не такие спуски, как остальные трапперы. Эта модель выпускается с 2008 года. Есть, кстати, варианты с клипсой для ношения. Этот нож был подарен мне моим другом Алексом Шерманом из Луизианы. Этот нож был выпущен не так давно. Ручка из рога. Second cut, что значит второй отрез. Это то, с чего уже срезали первосортную ручку с фактурой. Это вроде как и не рог, но и не кость. Полированные больстеры. На одном логотип кейс. Два клинка, как и полагается. Кстати, клипсы ставят не только на модели с лайнерлоком, но и на обычные трапперы. У меня пока что такого в коллекции нет, но я скоро это исправлю. Следующий с ручками из кости цвета осенняя кость. Мне очень нравится этот цвет. Также из отличий скошенные больстеры. Шильдик в виде бомбы. Два клинка. Кстати, бывают модели ножей, в том числе трапперов, без больстеров. Они называются Bearhead, что значит некто с непокрытой головой. Это довольно редкая разновидность. В общем, на этом совсем не все, и продолжение смотрите через неделю.